рада видеть. Всех рада видеть, всех рада приветствовать. Тех, кто у меня не был в первом эфире. Да, приветики, приветики, приветики. Музыка красивая, да, спасибо водителю. Такая умиротворяющая, как раз в тему. Хабаровск, привет. И всем привет. Ну что, выползла из дома. Во-первых, нужно было в банк. Зашла в банк. Забыла там, блин, пакет с мороженым замораживающий. Я все время все забываю. Но мне уже написал мой этот персональный менеджер, что я у него забыла пакет, пообещал мне домой вечером завести. Вот, так что еду к любимой сестричке без мороженого. Но зато везу для ее мужа вкусняшки папашные. Затем зашла, проехала несколько станций на метро. Просто хотела посмотреть, что в метро. Выложила вам видео. В метро, конечно, отдельная страшная история. Я на проспекте Мира живу. Проехала по Кольцевой до Комсомольской. Там еще чуть дальше. На Комсомольской пустота, вообще никого. Да? Я живу в Москве. Так, сейчас скажу, 20. Я живу в Москве 40 лет. И, ну, никогда я такого не видела. Как говорится, никогда не говори никогда. Это ваши проблемы. Успели вы сделать тренировку или нет, а сохранилась она или нет, вы смотрите сами. Сейчас я вам буду еще рассказывать, сохранила ли я вам тренировку. Совсем обнаглели уже. Сидите дома, нихуя не делайте, еще что-то хотите. Вот. Еду к сестре, потому что не видела ее очень давно. Сначала мы с Юрой были больше месяца на Пхукете, потом я вернулась с Пхукета, сразу улетела в Кисловодск в тур. Вернулась из Кисловодска, 2 недели у меня была самоизоляция, челлендж такой. Вот. А в четверг у меня операция, после операции мне будет не до поезда. Поэтому я решила все-таки до сестры доехать. Во-первых, вдруг умру под общим наркозом. Всякое в жизни бывает. Знаете, не девочка. Умру и так сестру родную не увижу. Потом еще везу ей вот United Nude босоножки. Купила ей на Пхукете себе и ей одинаковые. Она меня попросила. Ну и, короче, решила съездить. Сестра у меня живет хз где. В городе, в районе Царицына. Волшебный такой райончик. Вот уже мы почти к ней подъезжаем. Давно у нее не была. Дома у нее была последний раз, наверное, года 2 назад. Даже, наверное, года 3 назад. Она сделала ремонт, и я приезжала, смотрела ремонт. Вот, а я знаю, что все хорошо будет. Ребята, это у меня черный юмор. Вы что, не привыкли к моему черному юмору еще? Ну вот, то есть года 3 уже у сестры не была. Вот сейчас как раз появилась такая возможность, когда еще до сестры доедем. Потому что встречаемся, вы знаете, все время практически в ресторанах, либо мы встречались. А, блин, я же с ней встречалась у Тани перед Кисловодском, точно. Вспомнила, да. Если вы немного пропустили, это ваши проблемы, ждите, когда я об этом буду снова рассказывать. Так я вообще уже всем рассказывала, кому хотела. Живет сестра у меня прямо у входа в этот огромный Царицынский парк, который, как известно, закрыт. Закрыт он с целью, чтобы люди там, видимо, не скапливались в этом парке. Вот, и сейчас там надо будет куда-то на маленькую дорожку уходить. Там показывает, да, вам? Ага, то я здесь просто не была, еще. Ну вот, чтобы, видимо, с целью, чтобы люди не скапливались, парки закрыты. Но зато алкаши, внимание, алкомаркеты открыты. Алкоголя полно, и сегодня мне еще прислала подписчица откуда-то видео, я вам выложила в сторис, из какого-то дешевого магазина, не знаю, видно по ценникам, что магазин недорогой, и по ассортименту уже приехала, и там вам, пожалуйста, 20, нет, дальше, да, 28, и там вам, пожалуйста, алкоголь со скидками, пейте на здоровье, пейте, тупейте, главное, рот свой не открывайте. И еще один совет, тоже выложила вам в сторис, какой-то священнослужитель, охуевший толстяк, вот, по-моему, вот этот вот дом, ага, вот этот, по-моему, да-да-да, спасибо, охуевший толстяк, жирная, лоснящаяся, спасибо, до свидания, жирная, лоснящаяся, бородатая, блядь, рожа, жирная, лоснящаяся, бородатая рожа,
просто охуевший толстяк. Он, значит, вам советует милостыню, блядь, просить. О, здесь можно снять. Он вам советует просить милостыню. И говорит, не просите $800. Почему, блядь, $800, так и не поняла. Не просите $800, а просите крупку. Крупку просите, и вам добрый человек даст. Нет, вы можете себе представить, блядь, это, а? То есть он, этот священнослужитель, реально с лоснящейся рожей, с огромным пузом, говорит, прости, идите просите милостыню, просите крупку, вам добрый человек подаст. А добрый человек, это, видимо, очередной пидорас в рясе, который будет разъезжать на Мерседесе. У него в Мерседесе будет стоять водичка Эвиан. Внимание! Не монастырская там какая-нибудь, а водичка Эвиан у него будет стоять в Мерседесе. И он будет разъезжать на другую сторону, по-моему. И он будет разъезжать, и вас будет, блядь, благословлять. А вы с протянутой ручкой будете просить милостыню. Ребят, я вот, честно говоря, знаете, ну, вы знаете, я никогда не была воинствующе не относилась там к церкви, священнослужителям. Вы знаете, я агностик, я в Бога не верю, в церковь не хожу, но я никогда себе не позволяла никаких неуважительных высказываний в адрес церкви, никогда. Но то, что происходит сейчас, ребят, это не просто пиздец. Это просто какой-то конец света, вот реально. Церковь у нас, блядь, до такой степени уже они охуели. Вот одно то, что я вам тоже выставляла, то, что вы можете онлайн поставить свечку, вы можете онлайн заказать молебен, просто переведите денег. Целый день мне вчера писали, я не стала вам это все выкладывать, целый день мне вчера писали, сколько стоит венчание, крещение, когда приходят люди крестить, и с них там требуют, например, 5000 рублей, а они говорят, что у них только 3000, им говорят, идите. На некоторых церквях висят таблички, мне присылали, висят таблички скидки. То есть в церквях периодически бывают скидки на крещение, венчание, отпевание. В некоторых церквях, в деревнях, мне тоже девочки рассказали, например, если ты приносишь там что-то натурой, типа муку, и там написано, какие сорта муки ты приносишь. Например, макву. Приносишь дешевую муку, матушка просто эту муку нахер бросает в угол. Ребят, это просто блядство. Понимаете? Это просто блядство. Если вы верите в Бога, сидите дома и верьте. Купите себе икону, сидите дома, верьте, молитесь, будьте в контакте с Богом, а не в контакте с пидорасами, которые жируют на вас, которые на ваши деньги строят себе резиденции и на ваши деньги, и на деньги, которые им дает государство. Слушайте, про ислам тоже сейчас выложу сторис. Вчера просто охерела, 2 дня не выкладывала, сейчас вот сняла мечеть, думаю, выложу. Пишет мне девушка-мусульманка. Девушка-мусульманка мне пишет. Пришла она в мечеть посоветоваться, значит, с мулой. У нее с мужем какие-то проблемы. Мула ей сказал, иди в баню, займись с мужем сексом, а потом мула ее поцеловал с языком. И он, говорит, до сих пор там служит. Вы можете себе представить? Я вам выставлю этот скрин, потому что нечего обсирать только православных священников. Мы знаем, что католиков огромное количество, огромное количество католиков, пидорасов, педофилов, огромное количество конченых, про них куча фильмов снято. Ну вот вам, пожалуйста, и мула. Лена, а что на наши деньги строите вы? Спросила меня Илья Л., видимо, сочтя себя очень умной, на свои честно заработанные деньги, благодаря и вам, дебилам тоже,
Я строю себе в основном квартирки и апартаменты, да? Но я работаю, а не обзираю вас. И не обещаю вам вечный кайф. И не обещаю вам вечный рай. И ничего не обещаю. Так что завидуйте молча, Элья. И идите нахуй. Из моего эфира брысь. И из моих подписчиков брысь. Вот. Ну, короче, ребят, вот как-то так. Ладно, дошла я уже до сестры. Поговорила с вами в кайф, реально выговорилась. Очень рада, что вы все у меня вот такие вот на одной со мной волне. Мне это реально очень приятно. Мне реально столько близких по духу людей видеть всегда очень приятно и радостно. Поэтому еще вас хочу попросить. Вы знаете, я никогда не прошу там вас лайки какие-то ставить. Ой. Хотя очень приятно, когда вы меня благодарите, но я не хочу уподобляться инстамамкам, тупым инстамамкам, у которых пустые блоги с их конченными бесконечными детьми, и которые пишут постоянно: «Залайкаем эту красотку! Красотку залайкаем!» И там сидит какое-то тупейшее дитя, тупейшее, бывает очень стрёмное дитя сидит: «Залайкайте красоточку, залайкайте! Она сегодня посрала первый раз не памперса в горшок!» Она первый раз посрала не в памперс, а в горшок. Залайкайте красотку. Ой, ну что сказать, ребят. Ну вот и лайкайте красотку, если вы дебилы. А дебилов много у нас, к сожалению. И если вы, конечно, не дебилы, то вы пойдете в ленту и поставите лайки и напишите комментарий к двум моим последним постам. В предпоследнем посте комплекс на пресс для дома. Комплекс на пресс для дома, сохраните его себе. И там же выписка вот этого вот правила нового закона о штрафах. Прочтите, сохраните. Люблю вас. Пока, пока. Пошла к сестре. Покажу сестру и зятя. Вернее, не зятя, кем он мне приходится, Андрюха. Кем мне приходится Андрюха? Кем мне приходится Андрюха? Кем приходится муж сестры? Все, мои дорогие, пока! Пока. Люблю вас всех, какие бы вы ни были. Просто люблю.